заключительная участница в интеллектуальном конкурсе под номером 7. Ситуация, из недалекого прошлого. Итак, тут стоит Дед Мороз перед вами, а вы... хоть не за курткой пошел. Итак, вы прекрасная участница, ребенок, который рассказывает стишок. Ну, вставай, рассказывай стишок. О-хо-хо-хо! О-хо-хо! Хороший. Да. Но вспомни, любой какой-нибудь. Ты же маленькая девочка в школе, наверное, уж учишься. Нет. А ну давай тогда песенку спой какую-нибудь, вот любимую мою. Ой, твоя любимая. Любимка. Там время, давай вместе. Время поспринять между нами. Попадаю. Ну продолжай. Ладно, давай другую. Какую знаешь? Ой, любую. Сон один растет. Ага, дальше что? Сон растет. Ага. Зимой летом стройный, зеленый. Ага. Ты сейчас девочку маленькую отыгрываешь, или наоборот взрослую, я понимаю? Хорошо, ладно. Какой подарок хочешь от Дедушки Мороза? Диплома высшего образования. Аплодисменты же. У меня, кстати, такого нет, если еще. Давайте громче, проводим это конкурсанту. Здорово!